Итак, сейчас мы будем с тобой есть чипсы. Ну давай, что тянем-то? А подожди, Женя, подожди, потому что есть правила игры. Мы не будем знать, что это за чипсы, и мы будем с тобой выяснять, что это за чипсы по вкусу. Потому что это наша новая, и я надеюсь, постоянная рубрика «Вкуснота по-американски». Уф. А ты тоже любишь чипсы или ты мне подыгрываешь просто? Я правда, ну, не то сказать, да, что фанатка, но я одержима им. Да. А, так вот. Смотри, как, что, где, когда у нас здесь, ну, только коня нет. Ага, ну, а Друсь есть, да? Друсь есть, он в одной из... А вот и Инна. Да, да, смотри. Никто не понял, значит, да, сейчас я... Сейчас по-честному. Откуда, это другой канал. По-честному, я понятия не имею, где что, где какой вкус. Фантастические условия задачи. Клянусь. Так. Мы крутим. Причем, в отличие от «что, где, когда», можем крутить в любую сторону. Угу. Понимаешь? Да, там, а я не должна видеть, что написано на этих карточках, а ты видишь? Да? Угу. Ну ладно, там какие-то отдельные буквы. Ну ладно, а просто их если сложить, то получается слово. Не смотри. Хорошо. Давай поиграем в правду. Я предоставляю тебе право первого хода. Надо попробовать чипсик, который выпадет, и угадать из чего. Ну, то есть он из картофеля. С каким вкусом? Подожди, ну подожди, ну давай крутанем. У вас же все по-честному. Ну конечно, смотри. Они не подложат, нет, на вот это какой-нибудь. Выбирай, хочешь по часовой стрелке, хочешь. Ты такая музыкальная. Такая пародистка вообще, да? Мне б Юлу изображать. Замечательно. Что, пробую? Ну да, давай. Вижу, вкусно. Нотки чего? Сандал? Это говяжий язык, что это? Я не знаю, я тебе клянусь. Ты считаешь, это говяжий язык? Мне вот эти не нравятся, эти не ешьте, если что. И это? Это... Я должна вкус угадать, да? Да, ты должна угадать вкус. Ням-ням-ням. Что это? А тобой руководят мужчины или женщины? Все подряд. Так, что за вкус? Он какой-то очень странный. Ну, может быть, что-то крабовое, вот такое неестественное. Говяжий язык, что-то крабовое? Да. Говяжье крабовое, вот что-то такое. Говяжья икра. И крабовое. И крабовое. Это трюфель. Это вот очень дорогой. Странно, вот дорогой. Вот мне, знаешь, дорогой. Мне начинает нравиться. Это очень изысканные нотки. Не оттуда взяла. Изысканные нотки. Вот отсюда. Не то взяла, не то. Не то взяла. Вот трюфель, трюфель. Не угадала. А мама, мама, типа съела. Но мне не понравилось. Давай я попробую. Трюфель вживую, он все-таки, ну... Ну, с другой стороны, мы не свиньи, чтобы как бы, да, в трюфелях разбираться. А мне кажется, девочки свинки тоже ищут. У тебя было прошлое грустное. А это вот это вот оно, да? Да, вот эту, вот эту, вот эту. Вот это? Вот, вот это. А давай почему ты мне говоришь, что я должна пробовать? Не, я пробую. Повыше. Это плохие чипсы. Вот это, да? Ну, это порошковые. У вас бюджетная программа, да? Ну, конечно. Не-не-не, это не хорошие чипсы, но они с черным перцем, да. С черным? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Почему ты ешь мои чипсы? Ну, черный перец слишком банально. Мы бы, ну, очевидно, придумали бы что-нибудь более интересное. Не факт. Согласен. Ну, правда, мне кажется, они, ну, прям чувствуешь, что порошковые. Вот те были невкусные, но картофельные. А эти прям такие... Что-то остренькое. А что у нас остренькое может быть? Нож. Ну, черный перец. Черный перец. Хорошо, давай посмотрим. Уверена, что он. Но они чуть-чуть вкуснее, чем трюфель. Бля, там клянусь, что-то очень острое и, ну, неприятное. Перец точно какой-нибудь. Что? Помело? Помело, это вот этот огромный апельсин. Я поняла, апельсин. Да. Это не апельсин, это полу-грейпфрут. Очень вкусный он обычно. А вы не могли перепутать бумажки? Говорят, нет. Говорят, мне не говорите этого больше, да, я поняла. Крути. Кручу. Фу, какая гадость невероятная. Вы меня так отучите сейчас от чипсов просто. Да, твой диетолог как раз спросил нас этим заняться. Ну давай возьмем. Да, вот это попробуем. Ринглс. Да. Ага. Подбирал чипсы человек, которому я не очень нравлюсь. Леша, Саша, что-то, Гоша. Что-то морское, да? Морское? Морской еж. Песок. Что-то, ну вот что-то лодка. Морское. Да. Буй. Буй. Не смейте подкладывать никакие другие буквы какие в это еще, слово какие мне. Еще слова ты знаешь, связанные с морем? Ням-ням. Рында. Сам такой. Вы не знаешь, что такое рында, друзья? Ну, это какой-нибудь... Ну, давай, что это? Как ты думаешь? О, это какой-нибудь уксус. Какой-нибудь уксус? Вот какая-нибудь такая ерунда, да. Что? Просекко.
Друзья, производители чипсов, вы... Не тратьтесь на просекко, добавляйте уксус, такой же будет эффект. Зачем это делаете вообще? Слушай, это же кто-то покупает, наверное, да? Это же, ну, вот раз вы это смогли купить в магазине. Вряд ли они одну коробку сделали и удачно мы ее купили. Ну, чувствуешь, да, вот пока вот не то, чтобы у нас пока какие-то фавориты с тобой появились. Да. А осталось-то всего ничего. Ну, вот так, давай. Вот это, да, мы не пробовали? Давай. Тоже, наверное, Ringles? Нет, это что-то... Какое интересное. Да? Ой, сладенько. Ой, как дальше невкусно. Ну, подожди, первовкусие приятненькое. Та-та-та-ра-та-та-та. Первовкусие приятненькое. Да, вот это. А потом, ой, беда. Прям же такое сладенькое, даже какие-то сладкие чипсы какие-то. Ну, тоже, наверное, какое-нибудь розовое шампанское, вот, да, что-то вот. Мне кажется, то, что вы написали на бумажках, никакого отношения не имеет к чипсу. Мы тебе потом коробки покажем. А мне кажется, какая-то ванилька. Ванилька какая-то. Ну, чем-то ванилька точно, не знаю, потом все, у нас пачки все сохранились, мы тебе все покажем. Ваниль, серьезно? Мне кажется, нет? Не, дай-ка еще раз. Давай. На. Где, вот это? Вот это, да. Вам, наверное, очень интересно, да, сейчас за этим всем наблюдать? Ну, а потом дадим. Что-то знакомое. Ну, может быть, правда, вот какое-то игристое шампанское. Ну, что-то, да, такое? Вот, ну, такое. Какой-то, вот, детский праздник почему-то мне сразу какой-то вот. Ну, игристое шампанское, это же, да. Ну, тяжелые напитки. Ну, ты же ведешь иногда детские праздники. И это карамель. Обалдеть. Я был очень близок. Ну, ваниль и карамель — это практически одно и то же. Да, да, ты молодец. И таким образом я считаю, что счет 1-0. Рецепторы, вы чего? Быстро собрались, быстро сориентировались, раз. Ну, поскольку я выиграл, я думаю, нет смысла продолжать. Нет, да, я попробую хоть один вкусные какие-нибудь. Вот это пробовали? Ну, хорошо, вот последний. Вот это мы не ели, и вот это мы не ели. Нет, это уже ели все. И вот это я не брала. Я тебе потом домой отсыплю, вот, ну, съешь вот этот. Ну, про чипсы. Ой, я опять невкусные взяла. Вот. Фу. Уа! Трюфель отврать трюфель. Это... Вот это то, что мы не пробовали, это, да? Это мерзота какая-то. Видишь, смотри, две палочки еще остались, что бумажки. Вот попробуй вот это еще раз. Бумажки-то еще не сюда. Подожди, нет, мы вот из этой пробовали. Фу. Да? А ей хорошо. Вот чем женщина отличается от мужчины, а не то, чем вы думаете. Мы перепишем эту фразу. Да, перепишем. Ну, мерзота же какая-то. А чипсы с мерзотой, я скажу, ну, что-нибудь. Ты знаешь, ну это, наверное, даже чуть лучше, чем трюфель. Слива. Серьезно? Давай, все, последняя бумажка. Давай, вот, ну, ты, давай, попробуй, давай, все, и падай, скажи, давай, что, да, это. Давай. Но. На ход ноги. Да, вот это краб. Краб. Ну, краб. Ну, мерзкий. Краб, который умер своей смертью от старости. Потому что попал в коробку с чипсами. Да. И это... Угорь. Столько некрасивых кадров у вас со мной сейчас появилось. Угорь. Угорь. Не Игорь, а угорь. До свидания. Друзья, лучше выберь. Было бы вкуснее. И спасибо за угощение. В этой битве победил я. Победили чипсы. И производители чипсов. Спасибо. Это лучшая игра в моей жизни. Ну, это было интересно. Лучший, спасибо. Лучший гость в моей жизни. Это на сегодня. Ну, вот на сегодня. В этот день. Да, в эту секундочку. Спасибо. Конкретно. Марин Крайс была на гостях. Спасибо вам.